Торжественные церемонии гашения почтовой карточки в день 60-летия Университета телекоммуникаций и информатики. Специально к юбилейной дате вуза почтамт выпустил карточки с изображением университета. Вуз был открыт в 1956 году как Куйбышевский электротехнический институт связи. С тех пор он неоднократно менял название. За это время университет подготовил более 41 тысячи высококлассных специалистов. Наши выпускники принимали участие в развитии телевидения в нашем городе, в развитии мобильной связи, в развитии оптоволоконной связи. В настоящее время наш вуз является одним из передовых в области инфокоммуникационных технологий. Сегодня в университете обучается 6500 студентов. Вуз готовит кадры по 16 направлениям – телекоммуникационные и информационные технологии, радиотехника и электроника. 2 года назад университет был признан лучшим вузом ПФО подготовки специалистов в сфере информационных технологий. Значение вуза не только для области, но и для страны нельзя переоценить, отмечает губернатор Николай Меркушкин. Сегодня практически почти каждый человек пользуется всеми этими коммуникациями, которые научно-технический прогресс представил человеку. И еще раз хочу сказать, без специалистов высочайшего уровня, конечно, осуществить и очень активно двигаться вперед было бы невозможно. Университет принимает активное участие в реализации проекта технопарка «Жигулевская долина». На базе технопарка создана научно-исследовательская лаборатория инновационных проектов. ВУЗ славится тем, что более 98 выпускников трудоустраиваются по специальности. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков. События.